Сколько мы там на Ледисе. Играл кто-нибудь в игру Humankind называется? Что-то знакомое, но не припоминаю. Там какая-то стратегия, блядь, я вот так и не понял, то ли пошаговая, то ли какая, блядь. Скачал что-то. Вот как мастер зашел, чекнул. Сейчас обрати внимание, с пула даже там не похили изображение, посмотри. Главное, чтобы ты это видел, потому что если ты будешь эту хуйню ловить, у тебя каст будет как пельмень на профи, ты ловишь, у тебя каст не одну секунду будет, а 8 секунд, нахуй. Ты просто не захилишь ей, мы вайпанемся. И когда паладин Лингринс меня забирает, блядь, на него частицу перевешиваете и начинаете сильно хилить. Босс бьет, ну, не слабо. Давакин, ты готов? Что у тебя там не хватает? Кулак есть. Все, а по Гере тут с пулагером? Да, давайте с пула. Куда ты? Куда ты? Спору нахуй, куда да? Ты вынес нахуй? Ну кто это? Под босса надо спору. Кто это было? С блинком кто-то? Хорошо, спору получили. И пельмень заодно. Пельмешки-то отбегайте. Роги, у вас в принципе кош есть, но он КД же все-таки минута. Баф от спора снимает. От спора не снимает. Ну, в смысле, может дотку и снимает, хуй знает. Но который урон от тьмы снижает, тот не снимает. Пельмешку снимает. Ну, вот на хистории пельмешка. Вот спора на мне на войде, значит остальные звезду в кружок должны пойти. Вот, нормально. Я подбежал поближе к боссу. Блять. Зубарджин, ты видишь пельмешку? Вот прилетела в Геншина, в Бидона, нихуй отходили. Песа, два носка. Ну, короче, да, все. Блядь, мы держали всех... спору там. А, вместе с ней, а вместе с ней вы выйти не умеете, да? Не получается. У меня 7 FPS, я не вижу их просто. Вот, смотри. Вот на Бидоне, на Мардаунте, ну на Вене-то не было. Как вы уронили меня? Так, уровисты... Не смогли хилить. Не смогли хилить, да, блядь, понятно нахуй. Что, я не знаю, блядь, босс простейший, блядь. А что, резать нельзя, что ли? Нельзя, нахуй, КД, потому что у него, вот, видите? Ёбаный в рот, нахуй, это пиздец. Блять. Ладно, попробуйте. Попробуйте, бейте. Не-не, ложитесь. Пизду. Это хуйня. Льете вчетвером. Эй, Бидон, Зубраджин, Гримзол. Не захилили Войда. Ну, Бидон и Мардаун, вы что, только вы меня хилите? Ну-ка, что там входящее? Айнавен, ты кастовал вообще в меня хил? Ничего, и как так уронил? Я так долго был непрохиленный. Вот как? Объясните мне. Бидон? Я бегал от этой херни, ну, уже. Давай я на РДД стану. А пельмешки рандомно? Ну, встань. Пельмешки рандомно летят? Пельмени летят постоянно. Я, видать, тот раз от пельменя убегал, и вот эту спору не улутанул. Ты встань, вот знаешь, есть такой лайфхак, вот встань вот за спиной танка, встань. И если надо будет в спору сбежаться, ты в милизону сбежишься. Вот, а те пельмени, которые постоянно летят, они просто будут милики право-лево отбегать, и ты будешь стоять и кастовать. Ты вот понимаешь, что я на пол смотрю, я уже не на фреймы смотрю, а на пол смотрю, и хуй знает, кого там хилить, понимаешь, я тыкаю просто, блядь. Единственное, что это дебаф не словить. А это Вуду стоит или что там, хилбот? Да, все стоит. И все, ну и все, при чем здесь фреймы? Вот и смотри примерно свой фрейм и под центр, под себя. Он же не показывает, Вуду. В кого именно. Не, это понятно. Ты главное под себя смотри, чтобы в тебя не летел.
Получается, я убегал тот раз в том рейде, в том трай от этой хуйни, и дебаф не словил. А потом, я вообще в ахуе. Меня чпокнуло просто, блядь, ваншот и все, нахуй. Мне правильно, просто интересно, вы пришли, я хуй знает, повайпаться сюда или что? Этот босс простой, блядь, отбегаешь от одной пельмени. Вот вы со спорой там стояли вместе с бидоном. Спору словить надо, но спора выбегает из пельменя. Потому что если вы будете стоять в пельмени и словите спору, блядь, вот как сейчас вы сделали. Я же еще раз говорю, вы кастовать будете не одну секунду свой хил, а 8 секунд, нахуй. Вы не захилите, вайп не цареет, блядь. Как это можно не понять? Выбегает спора вправо, влево, похуй. Вы выбегаете за ней. Все, вы смотрите, он побежал влево, вправо, блядь. На ком там спора была, блядь? Вы должны были не стоять и отбежать. На милике, что ли, который выбежал, да? Я не про милика. Я про то, что пельмень летел вот в кружок, где стоял бидон. И все, кто туда сбежали спору, они словили эту пельменину. Это минус ДПС, минус отхил. Упал танк, блядь. А на вент бегает, бидон пельмень словил. Остальные три хила тоже бегали, видать. И все, и слег танк, нахуй. Ебать. Дичь какая-то, блядь. Нихуя сложного на боссе нет. ДПСишь, отбегаешь, ДПСишь, отбегаешь, блядь. Бигдем, видишь все пельмени на миликах? Ну, я вижу, когда они летят, не вижу. Там дебафовый настрой. Не видишь в кого, да? Так нахуй тебе дебаф вот видеть? Я тебе, чтобы ты сам отбегаешь, ты видишь, что ты... Ну, ты понял, короче. Вот тебе треугольник. Ну... Милики в треугольнике бегаете, если непонятно нахуй. Ну, по-моему, ты не ловил пельмени, я не помню уже. А вы, ребята, можете, знаете, как делать вообще милики? Вы с левого бока, допустим, перебегаете в правый, когда пельмень летит, и наоборот. Под одной ногой стоите, да? Потом под другую. Тогда не будете лутать. Ну да. Будет проще вам. Это по КД, если перебегать. В принципе, если ДПС там... Если ну, каждый пельмень... Они же не кастеры, они же не будут ДПС терять. Но каждый пельмень, который летит в миле, просто перебегает и все. Надеюсь, вы забафнулись. Ну это вам надо договориться со всеми миликами, чтобы сначала с какой стороны стоять. Давайте под правой, а потом под левой. Да вон Биг Дэм есть треугольник, в нем и стойте, блядь. Геншин готов, все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вот пельмешка летит, видите все? Зубраджин, видишь? Не перебежали. Словили на стресс, хукмастер. История кошем скинул. На споры сбегаемся, дамаг этот. Ловим дебаф. Ну вот, Зубраджин молодец, выбежал. Только Гримзол словил. Пельмень. Два хила блюют, остальные шаманы, там Геншин, два шамана, Геншин, Войда, подхиньте. Все. Споры. Сносим. Одна пельмень. Поближе под босса подойди. Пельмень. Вон там в одинокого летит тело. Кто это, хант или кто это? Какой-то маг, блядь, лок. Какой-то нага, блядь, руками машет. Фаермаг какой-то, блядь. Бидон, ставь тотем. Миловица гимноману. Дримботок не отошел. Спора на Войден есть. В крест и в кружок. Крест отнесите. В кресте пельмень. Не вижу споры, сука. На ком спора, нахуй, из миликов? В кресте, блядь, поставьте спору. Во, молодцы. Так, давай пельмень. По мне. Давай по мне каплю. Лингрен.
Готовься, Айновен, массакру и от тьмы там нажимайте мастера урку весь. Отдаем массакру всю хуйню. Так, Геншин на хп давай. Забирай, босс. Равист Победону Иннер. Джубруджин ставь тотем, Геншин гимноман. Пельмень. Пельмень. В танк летит нормально, Мелики. Пельмень. Возле кружка там в тело летит, а он кастует. Ну-ка, кто это? Это Айновен. Хуёво, братан, очень хуёво, что ты словил дебаф. Пельмень. Мили справа. Полингрену. Мы работаем, полингрену. Упадет же, блядь. Все быстрее захилили. Пожалуйста. Справа. Пельмень. Пельмень. Мили справа. Да, нихуя вот. Сложного, вообще пиздец. О, пельмень, пельмень летит. Крестик. Я вот насчет гнилого думаю, блядь. Так, что там, кровь кому-то нужна? Есть квест у кого-то на кровь? А, мы же дали этому рависту, да? Там для посоха надо кровь. У тебя есть квест? Взял? Все, а нельзя. Кто посох сейчас отравил? Не рависту. Следи. Рависту. Ну, вот ему и отдавай, мне кажется. Ну, я закинул ему. Так, бесполезные перчи надо кому-то. Осколок. Угу. Штаны тоже такие себе. Духаст, конечно, опять. Духаст. Их, наверное, никто и не носит. Ни разу не видел, чтобы их носили. Редко очень. Может, и никогда. Личина забытых тоже поебень. Крит МП5, блядь. Топовая хуйня. Пиздец, блядь. Просто шлак выпал, блядь. Да не название у нас здесь бегает. Так. Москва, слышу. Да, я слышу, слышу. Так, мне надо подумать, блядь, куда сейчас идти. Гнилой куда? Да какой гнилой, блядь? Ладно, давай гнилого попробуем. Значит, Лингрен будешь на боссе. Я повожу этих пидоров. Я не помню, как там получалось багать их. Ну, короче, было... Типа две ситуации. Слизень съедал движущийся съедал стоящего, и стоящий здесь движущийся. И так, и так, короче, было. Да, то есть, ну, полная залупа. Хуй знает, нахуй, как делать, блядь. Надо еще сейчас грамотно расставить, блядь. Посмотрим сейчас, как здесь будем отыгрывать. В принципе, ДПС позволяет, все позволяет. Тут главное выживать. Тупо выживать. Если бы они что-нибудь делали, там что-нибудь меняли, там классы, какую-нибудь хуйню, блин, там, не знаю, там класс. Ты про что, про что? Про расы? А у тебя какая раса? ДПС, типа? А, что-то меняли, говорят? ДПС съебался куда-то, хуйня какая-то. Ну, у нас на 3К где-то уваров меньше стал. Что у Сани, что у меня. Так, получается, что у нас? Хилы есть. Так, ДПСеры. Так. Значит, два мага.
запоминайте. Эй, этот, два носка, вы тут? Вы, ваша позиция звездочка. Вот, запоминайте свою сторону. Один слева от звезды, другой справа от звезды. Там сами разберетесь. Бегайте здесь. Значит, другие метки там не прибегайте. От лужи отбежали и вернулись обратно после лужи. Так, значит, в кружке будет два лока. Дримботок и мистери. Запоминайте. Надеюсь, вы не АФК, блядь, все объясняю. Так, дримботок, мистери есть. Маги здесь, услышали. Значит, в ромбике. Уважаемая Миловица и уважаемый Песа, два ШПшника играете. О, как ШП уважает, но я все равно хил. Один РДД Ридара закинул. Да, да, закидывай, там похуй. ШПшник... Либо что-то не понимаю, либо что, ты говоришь стой, потом возвращайся. Вот лужа здесь разольется, где я стою везде. Я отойду налево, допустим, она слева разольется. Справа останется... уходи. И останется справа, но я ебу, где она разольется. Братан, смотри на меня, ставлю на себя звезду, все смотрите. Иди ко мне, где ты, два носка, видишь меня? Вот, бегай за мной, вот смотри, вот видишь, вот я подпрыгиваю, тут над моей головой кран такой, да, вот видишь? Ну, вот он видишь вот так кран? Вот разольется. Да, вот разольется, дальше видишь. Смотри, пока вопросов не задавай, вот видишь второй кран, да, здесь, видишь? Видишь, да, второй кран, видишь вторую колбу с зеленой хуйней? Вот, лужа разливается из двух колб. Ну, из них появляется... Я знаю. Хорошо, это ты знаешь. Их в комнате по две, ну, комната поделена на четыре отсека. Отсек этот делится вот входной дверью, потом вот такой кузницей. Потом опять отсек, две хуйни и опять кузница. И вся эта хуйня делится. Я это все понимаю. Дальше, как что происходит? Вот выливается лужа, вот ты такой стоишь, кастуешь, да, допустим, ты такой здесь, блядь. Вот там мне за спиной выливается лужа. Мои действия, блядь. Ну... По-простому, блинк сюда. Все, здесь стоишь. Здесь стоит такой Эя, такой стоит, его лужа не задевает. Если ты блинканулся прямо в него, он или ты должны отойти вот так вот. То есть ну, раньше, один назад, один чуть-чуть впереди. Но вот сюда, типа ближе сюда, за эту хуйню не подходите, потому что губительный газ передастся на мелизону и пизда будет всему рейду. Все, это вы встали. Лужа исчезла. Дальше твои действия. Чтобы не терять ДПС, ты просто дамажишь. Если лужа появляется сзади с этих кранов, то ты просто делаешь блинк туда, вот вправо. Так нихуя. Так вот почему и вопрос. Какой? Мы играли, в чем когда вопрос? В прошлый раз. Она разливается, я отхожу влево, допустим, она разливается слева, а справа лужа остается. Она в смысле остается? Она исчезнет, блядь. Она еще действует, Слава, она еще действует. Она вопрос, говоришь, возвращайся. Хорошо. Мы просто бегали. Все понятно, по дальше слушай тогда. Раз ты боишься сдохнуть, как ты делаешь? Появляется лужа, чтобы не сдохнуть. Ты с этой лужи, которая появилась, лутаешь один тик урона и сразу после него нажимаешь блинк в лужу, которая исчезнет. Она исчезнет. Ты в ней больше тиков не получишь урона. И все, она исчезает. Все, хорошо, ладно. Я поиграю, как ты скажешь. Просто мы в прошлый раз все РДДшники тупо бегали по кругу. Вот как она пошла, влево или вправо, я не помню. Когда мы его убили, мы бегали по кругу. Короче, все, делай, как я тебе говорю. Ты стоишь везде. Песа с Миловицей в ромбике. Вы отошли и потом вернулись в своей метке. Когда с другой стороны лужа разольется. Так, и в этом в треугольнике кто у нас? Значит, Давакин. И здесь стоишь, так как ты в миле бить не можешь. И кто у нас там остается? Меня можешь поставить. А, Гримзол, точно. Смотрите как. Значит, Айновен частица на Давакине. Бидон. Дашь этот самый... У тебя Т10. Дашь на Гримзола орехи. Или на Давакина, блядь. Давай этого, на Давакина лучше, Гримзол. А Зубраджин дашь этот самый орехи на этого, на Лингрена. Где, кстати, Зубраджин? Он долгается или что? У него там все по пизде пошло, и две мышки, и все подряд. Короче, вот. Так он зайдет или нет? Что-то я не вкуриваю. Где он? Зайдет, а мы решили тебя отпиздить. Отпиздите, блядь. Тот, кто меня отпиздит, еще не родился, блядь. Родился. Кто родился? Где родилась? Твой кореш этот, как его звали-то, блядь? Скажи мне, блядь, ну... Кого?
Как его звали-то, сука? Ну, в этом, на циркуле играл. Саня, что ли? Саня, ну, блядь. Вот, блядь, вспомнил, я его 100 лет не видел, а еще бы столько не видел. Он как-то залупался, я ему говорю, блядь, приезжай, нахуй, называю ему адрес у Новосиби, говорю. Да чё ты, говорит, блядь? Зассал, короче. Блядь, где там Зубарджин? Зубарджин, напиши что-то в дист, ты зайдёшь вообще, нет, блядь, прием. Где он там? Зубарджин. Давай я спекнусь в хила и все. Да хули толку, блядь. Кого мы на рейндж поставим? Аравист есть. Нет, тогда лучше меня спекнуть, у меня ДПС меньше. Да. Ну-ка тихо, блядь. Я вообще хилу шла, а не ДДшером. Хватит раскидать. Все правильно. Давай, пока он это не зашел, короче, давай тогда спекайся. Да, он зашел. Нет, не ты. Все, отбой. Равист, ну хули это? Ты, короче, на подстраховке. Ты под боссом стоишь, так как ты 9-й РДДшник. Вот. Если кто-то сдыхает с них, там, Давакин, например, ты выбегаешь. Еще у тебя один БР. Значит, СС по Рависту мистери дашь. Дримботок с косту СС, и пускай он у тебя будет. Вот. Этот самый, значит, Давакин и Гримзол, ваша вот треугольник, ваша точка. И смотрите там, когда на РНЖ подхиливайте друг друга. Если ты, допустим, в Гримзол вас блюет, этот босс, вот эту блевоту кидает, ты там себя подхиль, там, ну, лишний раз, чтобы хилам проще было. А хилы, в свою очередь, давайте, кто с вас ответственнее, этот, Геншин, сможешь подиспелить, когда блюет на людей, которые в 3-4 пати? Кроме их истории, ну да, вот 3-4 пати, они все. Именно диспелить эту хуйню, болезнь, вот эту чуму, вот эту ебаную. Чтобы когда люди на людей блевало, и они под чумой, чтобы они не сдохли сразу. И бардан где-то АФК. А по ком мне СС дать, это не услышал? По Рависту. А, все. Геншина нет, и мордаун-то нету. Геншин тут? ПКД ее. Да, диспель ПКД с них, да и все. Потому что там хуй его знает, губительный газ прилетит там. Просто с диспель, с 3-4 пати. Они все равно кидаются по кулдауну. А ну по КД кидается. Так что больше их не будет. Там похуй. Мордаун-то нету. Где мордаун? Просто вам цель надо будет захиливать хорошо, а хил заниженный по ней. Пиздец, мы, конечно, с вами АФКшим. Я ему... Чё за Браджин? Стоишь под боссом, перебегаешь за спину, хилишь. Нет, ты под боссом стоишь. Все 5 хилов стоят под боссом. Ваша задача хилить 8, вот эти 8 человек на РНЖ, которые... 9-й этот... 9-й это я. Лингрен босса танчит. Так, нахуя тебе кружок? А? Это я просто объяснял. Вардаунд. Братан. Как дела у тебя? Я тоже думаю, хуёво. Да, он ушел, он писал что-то. Пусть вот он в ШП дамажит. Он есть нелюбящий ты Клоака. Вот, пускай он дамажит, а я спекну с хила. Да нет у него ДД. Да, блядь, я тоже удалю ДД, все. Да все, не ной, ну хватит ныть уже. Я вот тоже танчить не хочу. Сейчас зайду, блядь, на ШП, я буду бить. Ставьте шкаф, сейчас через минуту он вылетит и засумоним другого приста. Ну тыкните в ебучий шкаф, подойдите ко входу, тыкните в эту залупу, блядь. Вы тут вообще, нет? Прием. Вот, ты на этой неделе будешь какой-то день делать отдыха? Пятница, суббота? На новом КД, в смысле? Нет, там нету дней отдыха. Там есть рейды только. 4 дня обычек и понедельник гера начинается.
Желательно надо в понедельник Геру леди заебашить, а не так, что день целый проебать. Так, вылетел, еще раз тыкаем на сумон. А ты в чем там, Геншин, в холике или в чем? Кто у них сильнее? Ну я хуй знает, не люблю щиты, вот. Тут Геншин. Ты в Дисе не люблю щиты? Ну, в ком удобнее, я хуй знает. Кому это, если удобнее обоим в ДЦ, будьте в ДЦ, похую вообще. Тут, блядь, вот третью и четвертую пати только считывать. Этот самый, не люблю щиты, ты тут, в Дисе? Это самое, просто стоишь под боссом, хилишь третью и четвертую пати, там людей, которые на РНЖ стоят. И все. Мистери. Так, все готовы, значит, на пул на Лингрена, не забывайте, вот на него квадратик поставил, он сейчас босса танчит, все на пулы на него сейчас будете давать. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. На пул на Лингрена. Два лука блюет за хилем. Если на вас маленький, главное его отверните в бок или лучше назад отворачивать вот РДД вот. Да, вот так назад и босса дамаж. Просто дамаж босса. Чтоб в центр они не блевали. За хилем РДД. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Присты, подвиньтесь. Третью, четвертую пати, главное, не уроните никого хила, это самое главное. Сводить не надо бегать вот эту хуйню, не надо никого сводить. Еще один стак у твоего? Да, там нормально все. Ну вот смотрите, блять. Ровись на рейндж и ходи. Не, не. Ложитесь. Ладно, давай по-другому. Если так непонятно, не получается. Диспелишь со всех. Давай кто-то другой это будет делать. Давай это будет, например... Давай Айновен это будет делать. Айновен будешь диспелить со всех эту хуйню сразу. Потому что... Генш... Так можно тогда тотем очищения поставить. Да, просто шаманов у нас как раз шаманов расставь. И тотем все будет. Каждая пати? Да. Вообще ну, сейчас посмотрим. Ну, у него рейндж же какой-то есть. 30 метров рейндж. Они как раз в середине. Ну, вокруг стоят. Босса где-то, да, чтобы и до центра, и до краев доставал. А чё вы там сагрили? Это чё? Бой какой-то на Лингрене? Чё ты сагрил? Да ничего, я только резнулся. Там хуёво, что вот это...
Надо, чтобы хилы это себе резали ману от тотемов. Так что их не вариант выкидывать кого-то. Короче, НВН 3, 4 и 5 пати диспелятся, а 1, 2 диспель. Угу. Слизня. Чуму эту ебаную. В принципе, там 1, 2 они жирные, блядь. Хотя бы с 5 пати диспель. Вот Геншин сейчас был под этой хуйней, под чумой, блядь, и сдох. Потом дрип-батл, как его уронили, давай посмотрим. Так, брызги слизи. Большой слизнюк, 6000, брызги слизи. Этот Локи, вот Дримботок и Мистери, к вам еще дополнительно. Вы, когда идет брызги слизи, покастуйте похищение жизни там или киньте койл. От хила по себе немножко дайте, блядь. Я в перебежке и так делаю это. Я ж пристам, ну, если мне просто удобнее было сейчас пристам. Они подвигались, а, ну и как-то... Там вместе... потому что урон приличный идет по вам, я не знаю, блядь. Ну, хилы вас уронили. И эту чуму вы диспелите только для того, чтобы освободиться от захиливания вот этого человека с чумой. Он, во-первых, дамаг не получает, во-вторых, отхил по нему 100%. В-третьих, вы можете хилить людей, которые на РНЖ, которых нельзя ронять вообще никак. Если мы их роняем, мы не убиваем босса. Да, давай обмен. Ешьте рыбу. Со слизнями там не парьтесь. Просто отверните их в стену, в сторону этих колб и все. Главное, чтобы они маленькие вот эти, которые на вас стоят, они вас не убьют. Главное, чтобы они в этот в подбосс под ноги не заплюнулись. От взрыва куда бежим? От взрыва? Сейчас смотри. Ну от взрыва, вот вы, допустим, если под боссом стоите, вы бежите вот в квадрат, например. И босса туда же отведешь, этот самый, как он называется, Лингрен. Туда в квадрат станете, и когда босс начнет болевать, вы забежите за спину. То есть отбежали и одновременно за спину забежали. Но если босс будет блевать и вам нужно от взрыва отбегать одновременно, ну, я не знаю, тогда бросайте ДПС и начинайте хилить. И гимны ХП все отдавать, если это вдруг такое будет. Я еще не зыбку буду давать под эту хуйню. Я, наверное, тоже массакру буду сдавать. Это под взрыв. Вот в квадрат выбежите вместе с боссом и все. Босс будет блевать, за спину зайдете. Если за спину зайдете, то ну, там нехуй будет хилить. Просто 8 человек на РНЖ также. А те, кто 8 человек на РНЖ стоят в ромбике и в треугольнике, немножко подальше от квадрата отойдите, чтобы блевоту не словить всему рейду. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Геро. Солить не будем, потому что и так вздыхаем. Главное, отверни его, ага. Просто шаг в сторону и все. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ!
потекла. Липучка, вонючка. Надо подождать. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. Я пока не могу прочитать это заклинание. Липучка, вонючка. Это заклинание еще не готово. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Не достаю! Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Липучка, вонючка! Нужно поделать. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Читайте это заклинание! Липучка, вонючка! Используйте эту способность! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Два маленьких сведите, вот этих. Угу. Готовьтесь, взрыв! Идите в квадрат. Все, я на Венмас сокру. Все... Все упало. Возвращайтесь в этот. Возвращайтесь в центр вместе с боссом. Возвращайтесь. Геншин, давай на ХП. Все, возвращайтесь. Все так же играем. Все то же самое. Продолжаем. Нихуя не поменялось. Большой подбор. Вижу, вижу. То, что Равист упал, это хуёво, конечно. Хуярьте изо всех сил, там уже немножко... А квадрата идите? Слизни не сводите этих, как вот они на вас есть, маленькие, пускай стоят. Пускай стоят маленькие. По Войду Фридом дайте кто-то любой по. Есть какой-то тотем поставить у шаманов? Я гимн спою. Ставьте все тотемы и пой гимн. Большой в бой. Ага. Блять. На ХП давайте все присты свободные. Все на ХП дайте. Подхилить немножко рейд. Взрыв, готовьтесь. В квадрат уходите. Уходите в квадрат. И немножко дальше еще от квадрата уходите. Все сейвы отдавайте. И, короче, массейвы свои, всю хуйню отдавайте. Все, эти, кто в треугольнике, в роме, возвращайтесь в центр. Не подходите, главное, к боссу, к людям. Что там у босса? Нет, еще 14 лямов. Забрал. На рейндж выходи. Не люблю Геншин. Выходите на рейндж. Лингрен этот... Не люблю, дай этот возложение рук. Рарник и холидринг тоже. Немножко ману у него резнулась. Хуярьте по боссу, сейчас должны добить скоро. Взрыв, готовьтесь. Выбежали в квадрат. Дал незыбку. Выбежали в квадрат. Сейчас упадет в центр эта вся хуйня. Упала, возвращайтесь. Возвращайтесь. Боссом возвращайтесь. Два приста также... А, все добили, похоже. Слушай, ну... Я не знаю, блядь. Тут так-то ничего сложного. Но вот как люди вот эти вот упали...
Надо вот, чтобы этого просто не было, и все. Вот именно она в самом взрыве, они же падали на взрыве. И все. Ну, не захил. Ну вот. Они просто, видишь, сами хилы, они в этот момент выбегают. И нужна какая-то страховка, я хуй знает. Ну, что могли, то сделали. Нормально, убили, убили. На профа? Не. А чё? Ну, мы будем траить его просто стоять. Или думаешь, с первого раза? Судя по лезе, далеко нет. Надо, вот логика какая, мы не фул в 277-м шмоте одеты сидим. На профы мы не идем, потому что надо сначала приодеться. Мы не все обисовые охуенные сидим. Поэтому мы идем на боссов, которые мы стопудово убьем. И лутанем оттуда. Два раза у них никого нет. Там осколок. Ну, пойдем дальше. Осколок. У нас времени столько нету, чтобы сейчас идти на проф, объяснять людям тактику, ждать, пока они все привыкнут. Давай убьем вот сейчас двух боссов, завтра сброска дрова. Ну, можно еще раз, конечно, повторить то, что Биг Дэм сказал, то, что я сказал, но нет, сегодня на профа не идем. Так, Призен ролит кольцо. Травма выпала? Нет. Ну, тихо, я его за 100, за сотку заберу. Я просто думал, его никто не ролит. Сказали же, будет ролить все. Какой, блядь. Хитрый, блядь. Ну, блядь, у меня я топовый сам по приоритету сейчас. Не отдавай мы его, все. Ну, ты про что? Ну, кольцо этот призом нажимал, а ты нажимал что-то? Я на 50, я думал, никто ролить не будет. Как-то никто не будет. Ну, ты всем нужно, блядь. Оказывается, Эльху надо. Ну, смотри, типа, призону напиши, я ему закинул шмотку, ему ГП дал. Так, попёру. Что-то место есть? Сейчас посмотрим. Не люблю щиты выше миловицы. Там это. Что-то на совет я не хочу. Ну ладно. Это на танка надо кому-то? Ой, блядь. Это Москва вообще. Ага. Кто там, блядь, бидон, это щелкает, блядь, пакетом, блядь, полиэтиленовым? Совет или на вальку? Это, ну, пошли, а где вы стоите? У совета. Значит, бейте трэш, чё? Чё стоять? Так, кто клуб, заходи, можно я пока в Агре смеюсь? Центр заходи, не стой тут, центр заходи, Агре все там. Слышишь? А, чего? Пойду я покурю тогда, пока в Агре. Да, кури. Это, кто Мой, сними ГП призану и мне начисли на топе 100%. А, хорошо. Нефть небес. Так, мы с вами убили 3 босса и еще 2 босса. Да, еще 400. Так, кто-то ушел там или что-то не вкуриваю? Да, минус 1 хил какой-то. Бляшка валяется. Бидон свалил. Травма не выпала и поливал. Хорош. Почему ты так о нем думаешь? Да нет. Ты уверен? Ли, конечно. Ты уверен, что по-французски, так... короче, ушел. А помните фильм этот, блядь? Диана Джонс и последний крестовый поход. Когда они к стулу-то его с батей привязали, и это баба его целует, такая говорит, мы так, говорит, прощаемся в Венеции, ага. Или как там. А потом этот немец-то, блядь, бах, поебал. Мы так, говорит, в Германии, блядь. Бать, угарный фильм, пиздец. Вот даже сейчас присматриваешь охуенно. Умели снимать. Хоть и куча брехни там, блядь, но все равно пиздец, топовая хуйня.
Сказка, да. Вся эта. Сказка. Но все равно, блядь, охуенно. Мы когда мелкие были, смотрели. Может, ностальгия? Ай, блядь. Под зеленой властью стою. Так, нужны самые слабые по ДПСу. Те, кто будет, это... бить сверки. Так, ну Довокин стопудово поставим. Или может его на босса все-таки поставим. Короче, какой-то хил, наверное, будет. А кто у нас? Синтек, да? Сейчас мы его... Стой. Тактик еще один. Ну я тактика это самое. Я бигдэм вертушку дал, и все, минус бигдэм, блядь. Вы видите, когда пачка с 5 мобов бежит, лучше не бейте, блядь, секунд 10-15. Что вы, блядь, когда лежите, это ж пиздец, ну ДПС. Не, варф это в крови, блядь. Вот просто истинный вар, блядь. Чардж. Чардж, бэш, покинуть смерть. Тело, нахуй. Это пиздец, навсегда так, нахуй. Зубы дай, типа по протопалу. Зато трэш можно не бить. Пиздец, вот его шатай. Пожалуйста. Так на прошлом пуле у меня дух сработал. Да жесть, блядь. Там эпик в этом. В трэш. 64-й, надеюсь. Где, блядь, не вижу нихуя. Цепт какой-то. Ник 2 носка сейчас прочитал как 2 очка, блядь. Души, блядь. Ебать. А где эпик-то? Внизу на ступеньках, да? Да все. Странно, Славян, что не 2 очка, блядь. Такое было, да? 2 соска, блядь. Так это же, блядь, чисто прикол, ну, блядь. Это очень... как Талдаром валанарыки лесят, блядь. Нахуй с сином.